Всем привет! Это команда GGOD! Сегодня мы немножко другим составом. Ну, как обычно, здесь Алина, здесь Су, Сю, Ксюша, Алена. Но с нами сегодня еще два прекрасных человека. Это Катя, или ее, и Чон! Да! Сегодня мы снимаем снова реакцию. И реакция на замечательных... Это наша новая фишка. Раньше мы, кстати, делали каверы на эту замечательную группу. Вы сможете с ними ознакомиться где-нибудь внизу, как обычно. Feel free, please. Ставьте лайки нам, девочкам. И сегодня мы смотрим на их возвращение, которое уже бомбануло, мне кажется, во всех соцсетях. Я уже как не открою Инстаграм или Твиттер, везде фотки, везде спойлеры. Спойлеры, да. Потому что мы смотрим попозже. Вот, но мы очень ждем посмотреть, и говорят, что это, даже пишут, что это самый сильный вообще трек их, самый сильный танец, самый сильный камбэк, поэтому очень интересно посмотреть. Да. Это мы вырежем. Да. Сюда? Да. Взять. А, вот так. На что? На стул? А что вы знаете о бэкстейджу? Нормально. Давайте создавайте мне контент. Так, так, создание контента для Кю, подождите. Все, все, погнали. Are you ready? We ready? No. Это не Не кончайся. Да, классно, да, классно. Они такие, my eyes. Вообще, такие girl crush в этот раз. Но они всегда такие сильные чики. Но сегодня вообще, сегодня kill this love. Опасные.
Блин, и очень красиво. Кстати, Дженнис, я не знаю, как вам больше нравится, челка или без? Как мне кажется, с ней, да, интереснее так. С челкой? Ну, это необычно. С лебедями. А, да, классно. Если честно, я не очень понимаю, о чем пока. Ну, главный посыл, конечно, ясен, но... Хочется, мне понравилось да. Очень нигде был капкан. Не знаю, меня так впечатлил этот кадр почему-то. Я не знаю почему. Очень мощно. Костюмы вообще. Да. И такой контраст между частями очень сильный. Сначала что-то жесткое, потом что-то такое нежное, милое, красивое. Мне так понравилось Розе здесь вообще. Очень классные части. Она еще, я не поняла сначала, я сначала думала, что она едет, чтобы саму себя задавить. Кстати, да. Это тоже, это, кстати, может быть как раз темой. Кстати. Что, типа, любовь, которая... Так там же на второй раз умереть, а потом да, себя сами себя. Любовь убивает вас, сами себя сгоняете. Ну, короче, мне понравилось. Костюмы вообще, правда, классные. И очень запоминается вот этот аутфит Лары Крофт. Да, да. Не, ну по стилистике это похоже на Hit You With That Do-Do-Do-Do, но фишка в том, что все-таки, как бы, ну, эпатаж, он вот здесь больше играет роль. Тут вообще... Особенно где у Лизы и Дженни совместная часть. Опасные, опасные такие. И Лиза-блондинка тоже вспоминается очень. Лиза, брюнетка или блондинка? Блондинка. С косичками. С косичками? Ну то, что у нее были вот это в начале. И шуба. Шуба вообще. Шуба. Подарите мне такую шубу. Я хочу шубу. И знаете, вот эти вот штуки с перьями, которые по танцу были, вот эти большие цилиндры. Вот это тоже. Вот вместе надену и готова. Готов танец. Виш-лист. Мой виш-лист. С упаковками, да. Рейсенс. Я готова. Мне очень понравилось. Да. Правда. Очень прикольная танцевальная тема. Я, правда, чуть-чуть... ожидала другого, было вот этой вот ту-ту-ду-ту-ду, но все равно как-то. Не знаю. Я специально вообще ничего не смотрела. Я тоже ничего не смотрела, не слушала ничего. Да. Но я смотрела только из-за того, что многие выкладывают в сторис в инстаграм костюмы и пишут, что «О боже, как круто!» Из-за этого я пропалила, мне кажется, все их образы, потому что, ну реально, разные люди, ты такой листаешь «Blackpink, Blackpink, Blackpink, Blackpink» везде. Поэтому, ребята, да, тоже посмотрите и лайкните девчонкам видос, потому что, ну, реально... Ну, видно, что это проделана огромная работа, действительно, и работа в том числе, наверное, для них, как в каких-то новых образах, что ли, то есть, типа, ну, вот то, что ты сказала про Розе как раз, такая немного неожиданная сторона, ну, очень эмоционально, меня очень, по крайней мере, впечатлило, и мне кажется, это очень здорово. И видно, что они растут, это круто. Да, крутые вообще, ребята. Да. Нам понравилось. Да, а еще мы сегодня собрались с интересным составом. Об этом тоже нужно упомянуть. Да. Мы этим замечательным составом танцуем танец Faith in Neon. И 20 числа мы будем выступать на Hunde Festival in St. Petersburg. Да, мы приглашаем вас нас поддержать. Приходите, кто посмотреть, посмотреть наш кавер, тоже ссылочку где-нибудь здесь, 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 где-нибудь приделаем. Да. Вот, прям тут. Поэтому мы сейчас прямо на тренировке будем готовиться, все ждем. Вот. Да, спасибо, что смотрите нас. Да, поддержите нас, пожалуйста, поддержите девчонок. И не забывайте про Энна, он сейчас в армии, ему тоже очень важна ваша поддержка. Пишите ему письма любви, он такой красавчик, уже фаворит там будет. Ждем! Вот, поэтому поддержите Blackpink, поддержите Энна, поддержите нас и обязательно приходите на фестиваль, если у вас есть возможность. А если нет, посмотрите, будет приятно и нам, и организаторам. Да, всем спасибо, подписывайтесь, лайкайте, мы это очень любим, пишите в комментариях, что хотите увидеть. Мы всегда рады. Пока! Bye-bye-bye-bye-bye-bye!